границ Республики Казахстан и Российской Федерации. Дайте, пожалуйста. 4. С печенью всего лишь 2 их осталось. Ну давайте, 2 с печенью, 2. Казахские степи. Поезд Астана, Алматы. Сегодня мы выехали примерно в 9 часов 46 минут. Прибытие в Алматы в 01:30 по местному времени ночью. Время в пути в поезде будет составлять ровно 15 часов и пару минут. Вот такие вот у них, как вы заметили, вагоны. Но здесь спят люди, я их беспокоить не буду. Места 6, 5, это 6 верхняя, 5 нижняя. Здесь также аналогично с 8 и 7 местом. Здесь, как вы видите, все написано на национальном языке. Санитарный карантин шаралары кезинтен темер жол. Вот, так же получается, правила поведения пассажиров железнодорожного транспорта в период действия санитарно-карантинных мер. Подъезжаем к Караганде. Здесь, скорее всего, находится угледобывающая промышленность. Как вы видите, здесь очень пыльно. Скорость поезда примерно 200 км в час. Мы движемся в сторону Караганды. Озеро Балхаш.
Республика Казахстан. Казар, неват там зосо. Ай там касмда бала. А? Просто не касмда бир бала бар го бизде. Хозак сени он тру. Я тут тру. Да просто бар тут там ски. Куда же зима тут? А здесь вот вода, да? Тянет, манит. О, еще волны тут как море. Волны же большие у нас бывают. Сейчас не знаю, манит. На это не дырит. Большие бывают. Озеро Балхаш. Республика Казахстан. Казахша республикасы. Казахстан. 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 Республикасы. И зимой большие рыбы ловятся, хорошо ловятся.